Всем доброго времени суток. Мы снова встречаемся в чудесном симуляторе интернет-кафе. И будем сейчас с тобой развивать его. Развивать его только в путь. Ты можешь заметить, что камера изменилась. А камера изменилась, потому что на том телефоне у меня просто уже раздрочен порт USB. И он уже не хочет опознаваться как камера. И просто-напросто мне пришлось пожертвовать качеством видео, но спокойствием моим, ментальным здоровьем, так сказать. Потому что, ну, по 100 раз тыкать в USB-шку, чтобы он определился, это уже, конечно, не круто. Мне это уже надоело, на самом деле. Так, нищий у нас хочет с тобой что-то рассказать. У меня плохие новости, подслушивающее устройство сработало, другие владельцы интернет-кафе планируют меня исключить. Мы должны закончить свою работу, если мы их добьем, у вас будет больше клиентов. Мне нужно $1500 только для этого. Цены на бомбы выросли. Без проблем. Так, а что это такое? Что такое? А так, это нормально вообще? Так, ну клиентов у меня будет гораздо больше, это спасибо, конечно, но... Они теперь навсегда у меня увеличатся или что? А, электричество опять отключено, елки-палки. Пошли. Пошли, электричество включим с тобой. И... Включим компьютер. Енотик, да, кстати, количеством, я не знаю насчет количества, есть ли смысл вообще в этих компьютерах, потому что приносит мало денег. Лучше автоматы торговые, мне кажется, торговые, блядь, автоматы эти, игровые автоматы покупать, потому что игровые автоматы, они приносят деньги. Они на самом деле приносят деньги, а компьютеры это, блин, кража, сплошная кража. У меня воруют деньги только так. И мне это надоело, на самом деле, я же их не могу проследить. Охранника, конечно, нанимать, это здорово. Но можно же просто-напросто не покупать компьютеры, чтобы мне не воровали деньги. Так, хотя, блин, дешманский какой-нибудь можно купить вот сюда вот. Пойдем посмотрим, что у нас там. Еще один светильник должен быть. Да, я с тобой тоже согласен. Так, поставить светильник нужно куда-нибудь светильник этот поставить. Вот сюда, может быть, его влепить. Хотя, а вот сюда вот. Прямо вот сюда и поставлю. Да, вот так вот оно будет здесь стоять. Так, а погоди, а почему он не встает? Почему он не встает? Он не встает, скорее всего, из огнетушителя, потому что, ну, огнетушитель явно что... Да, он мешался. Блин. Так, деньжонку мне принесли. Тут наверх пошел. Да, девушки, не курите, пожалуйста, в помещении. Мне это не нужно здесь. А давай на компьютер цену поднимем, потому что, ну, что-то, блядь, как-то мне не нравится. Вот так. Да? Да, утвердить. Вот так, хотя бы прибыль немножечко увеличится, а так, блядь, за такую маленькую сумму денег сдавать в аренду компьютер, это вредительство самому себе, я считаю. Давай убираться. Наверху наверняка очень-очень грязно. Хотя нет, смотри-ка, чистота да порядок. Все, наигралась, молодец. Биты, кстати, у меня нет. Надо биту купить. Блядь, не почистил. Пойду за битой сгоняю, потому что без биты это вообще, конечно, это... Блядь, сейчас главное не взорвал бы. Главное, чтобы он не взорвал мне компьютерный мой клуб. Это не круто будет. Биту дай, спасибо. Просто если у меня женщина вот это вот сворует что-то, а она может, потому что я-то знаю, то не круто получится. Я даже ее сбить не смогу. Женщин бить, конечно, не нужно, но если она ворует, почему бы нет? Так, отмываем грязь. Это все-таки мой бизнес. Я что, добродетелю... До этой, как ее называют, вставлять. Благотворительностью здесь заниматься устроился. Мусор, 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 мусор. Где здесь, откуда столько мусора опять взялось? Так, опять мусор. Мы с тобой должны. Я любил. Все мы любили когда-то. Но это все не навсегда. Я думал, что-то загорелось. Кто там рявкнул так громко и страшно? Коробка для подсказок почему-то пуста. Так, что он хочет заказ какой-то осуществить? Заказ. Сода. Сода зеленая какая-то, да? Да. Спрайт, короче, хочет.
Хорошо, давай попробуем ему его найти. Это, я так понимаю, вот это. 21 номер. Так, сода. Сода, да, все верно. Мне кажется, у него сейчас время закончится уже пребывание за компьютером, но хрен бы с ним. На, держи. Червончик выдал. Червончик я заработал. Ну и давай закажем два автомата. Два автомата — это круто. Два автомата — это здорово. Мне же даже денег на три не хватит. Конечно, на три не хватит, но на два хватает. Так что давай. Здравствуй. Замазор. Замазор. И вот этот в корзину. Вот этот в корзину. И давай еще один вот этот в корзину. Ну и подождем, соответственно. Пусть накопится у меня 1440. И тогда уже закажу. Ну просто, блин, сразу трешку поставлю, да и все. Кто-то идет. Идет. Это компьютерный пользователь, да? Да, смотри-ка. Сейчас денежку даст мне какую-то. Ну и наверняка я сразу накоплю. Потому что там, мне кажется, не так много нужно. Так скажем, посидеть за компьютером, чтобы получить мне с него столько денег. Нам нужно-то все. А, уже точно накопил. Там вон, в игровые автоматы пришел человек поиграть и отдал мне все необходимые накопленные деньги. О, я думал, он у меня своровать хочет. 500 почти. Нет, в принципе, тогда-то, если подумать, выгодно. Но все равно это очень мало. $400 — это очень мало. Так, оплата. Три автомата сейчас приедет на верблюде. И я буду спокойно себе зарабатывать деньжатки. Деньжатки будут зарабатывать. Повар найму, охранника найму, вообще всех найму и накуплю компьютеров потом. Ну типа жить я могу? Могу, правильно? Правильно. Ну почему нет? Почему нет? Я... Сейчас, что такое? А, вот что такое, что за звуки-то? Все понял. Так, мне нужно еще один кондер, кондер поставить. Идет сюда, нет, верблюд? Так, заказик. Так, вор. До свидания. Воровать здесь не нужно. Блин, да у него сейчас закончится время. Чоколати, фиолетовый. Нет, на фиолетовом фоне просто чоколати. А я даже не... Да что такое-то? Красным написано чоколати. Чоколати, давай на чоколати красным написано найдем. Красным написано чоколати. Это вот, скорее всего, вот это. 12-й. Ой, верблюд приехал. 12. Чоколати. Оп. Погнали. Главное успеть, а то в никуда сейчас опять эту шоколадку просру. Отлично. Так, идем с тобой... ну, пройди. Идем с тобой расставлять автоматы. Так, это гоночный автомат. Он ставится в конце. Вот сюда. Это тоже гоночный автомат, он ставится в конце. Но не сюда, потому что сюда места нет. А давай мы тогда его поставим вот сюда. Но хрен ли я должен жертвовать, как его называют, своим удобством, красотой исполнения интернет-кафе, если я могу просто взять и поставить... Блять, как долго это все происходит. Если я могу все положить в рядок. Я, наверное, косорезю сейчас, да? Накосорезю, если поставлю именно так. Мне не нравится. Мне не нравится, как это выглядит. Да, вот так будет это выглядеть сейчас. Вот так я поставлю, и, пожалуй, будет вообще неплохо. Неплохо. Так, ты не вор? Ты не вор. Так, это с этой стороны стоит. Вот так. Так, компьютерный, ты не ушел еще? Нет, идет только. Он только-только собирается домой.
Нужно бдительно смотреть за ними, следить, потому что... Потому что вот полтысячи сейчас еще сворует, и все. А я только начал зарабатывать, неплохо. Мимо, мимо направляется, гляди. Смотри, реально пошел. До свидания. И сколько я с него собрал? 120? Чуть маловато как-то, ну ладно. Мне не жалко. Автоматов у меня много. Это меня радует. Денег тоже много. И это меня тоже радует. И мы с тобой следующим делом. Купим, наймем повара. Сделаем нормальную кухоньку. И наймем того, кто раскладывает заказ. Хотя заказы делают только те, кто за компьютером сидит. А компьютер у меня всего один. Так что смысла от человека, который будет заказы оформлять, вообще нет. Разносить, точнее, не оформлять, а разносить. Поэтому, наверное, я пока воздержусь от этого. О, тетька, а ты что сидишь-то? А я даже тебя и не заметил. Там отзывов уже миллион, блять. Можно почитать и узнать о себе много нового. И тетя, бляха-муха, ты что ты хочешь-то от меня? А, колу хочет она, вот что она хочет. Ну давай колу замутим ей. Кола, это у нас 15-й номерок. Раз, два, три, оп, пойдем. Посетителей именно компьютеров очень немного. И поэтому я пока не вижу смысла нанимать человека, который будет приносить им газировку. То есть, если бы их было там 5-10 компьютеров, тогда бы, да, может быть, имело бы смысл. А пока что... Ввиду их малого количества, а если быть точным, одного, смысла нет. Вот сюда перила бы поставить, вот это было бы круто, а так даже не знаю... Сейчас намою полы, чтобы сюда еще минут 5 не подниматься, не спускаться, туда-обратно не бегать, короче, не вымывать. Да, так оно и есть. Хоп, 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 хоп. А сколько времени-то получается? Уже ночь, наверное? Да, время 4 часа ночи, она все сидит за компьютером. Странно это все. Что такое? Угу. Ну, четверочки, смотри, пошли. Четверочки — это здорово. Так, а денег сколько? 3549. Давай купим следующую комнату. Угу. Обновить. Вверх по лестнице за 3000 можно купить еще одну комнату. Но смысла пока, наверное, нет. Не, не будет. Не будем мы с тобой это покупать. Хопа. Воришка. Воришка. Пойдем за воришкой. До свидания. $450 чуть не унесла. Обидно было бы, обидно. А что поделаешь? Так, кофемашина. Давай кофемашину купим с тобой. Тележку для хот-догов куплю. Старые колонки куплю. И посмотрим, что здесь еще есть. Тостер, холодильник. Туалет. Зеркало. Всего накуплю. Я просто все хочу купить, чтобы у меня все было. Чтобы вообще не придраться. То есть 3 туалета здесь теперь. Да? Круто. Все. Только зачем тут 3 туалета, если ко мне никто не ходит? Страшное устройство. Гудит, пердит, ничего не происходит. Ну и ладно, как бы... Ничего страшного. Так, нужно протереть полы в туалете. Кстати, вонючкой нужно разбрызгать воздух, потому что, ну, в воздухе, наверное, витают какие-то неприятные запахи. И, наверное, нужно купить вонючку сходить. До свидания. Просто по ходу дела нужно вырубать этих террористов. Ну, они, блядь, ничего хорошего не приносят. У меня, кстати, спросили, что там за в клубе за косарь. Или за 100 рублей, за сколько-то. За $100, смотри-ка. Сейчас сходим, посмотрим.
Сейчас я к себе в клуб схожу, и тогда уже будем разбираться, что в этом клубе. Всего-то 100. Потом я предлагаю купить соседнюю комнату и там оборудовать биткоин-ферму. Как тебе такая идея? Мне кажется, это вообще отличная идея. А чё тут? Кувшин-то полный. А зачем? Ага. А нормально, что я так это швырнул его, ничего не пролилось? Спрей. Спрей это отсюда. Да ну зачем ты бросаешь? Поставь просто. Ты чё плачешь? Все ж хорошо. Девушка, не плачьте, все будет здорово. Сейчас поиграешь в компьютер и будет... А почему ты ходишь через автоматы и разбрасываешь здесь банки, бутылки и все... Все то, что мне не нужно здесь. Ну, какие некультурные люди. Сколько денег у меня? 1000. Ну, хрен с ним, давай купим микроволновку. Ничего себе, за косарь микроволновка. Где вы такие микроволновки видели? Холодос можно купить. Запросы на 2 часа. Пойдем, короче, за вот это здание. И посмотрим, что же здесь за клуб. Да я смотрю, здесь весь веселье, блядь, в разгаре. На самом деле нет. Здесь очень громко и ничего не понятно. Жуть. А что с вами делать-то можно вообще, нет? Ничего нельзя? Приватные танцы, нет, мы заниматься такими делами не будем. Опа. А вот это я люблю. А сколько мне денег? 1700. Может, что, выиграю? Ну почти, смотри-ка, давай еще разок. Я пошел отсюда. Я отсюда пошел. Я выиграл. Давай это заскриним на превьюху. Вот так как-то вот так вот как-то вот. Вот так, я думаю, вообще отлично будет. Да? Да, наверное, вот так вот будет вообще отлично. Пойдем. Пойдем отсюда, зайчики. Ну и тебя тоже заскриню. Чтоб было просто. Не знаю зачем. Просто чтоб было. Ну вас нафиг. Так, как выйти отсюда? Как отсюда выйти? Выпустите меня, пожалуйста. До свидания. Приятно было повидаться. Тихо. У меня ничего с собой вообще нет. Уходи, мужик. Ты мне только времени тратишь. Время тратишь только. Промазал, представляешь? Хотя ударил. Что-то странное. Что-то странное происходит. Опа, смотри, какая правильная. Стоит, ждет. Сейчас накупим с тобой всего, что только можно вообще. Всего, что можно, только накупим. Я в казино выиграл. Вот это да, вот это чудеса. С третьей попытки хочу заметить. 3 семерки выпало. Но больше мы туда не пойдем, потому что я проиграю. Так, давай комнатку купим. Комнатку как купить здесь? 3800 у меня есть. Комнатку. Че, я сейчас купил? Че я сейчас купил? Я ничего не покупал. Я серьезно, я ничего не покупал. Я хотел в обновить зайти. И купить за 3000 вот эту вот комнату. А по итогу я просто что-то купил и все, да. Угу. Круто. И че? Ты чё? Гугл что-то нашел. Гугл что-то решил у меня найти. Так, а вот эти колонки-то зачем вообще? У меня музыки-то никакой нет. Может навалить, может музычку? Или она просто выключена? Давай посмотрим. Да нет, музыка здесь как бы есть. Странно. Ну ладно, утвердить.
Давай посмотрим здесь что. Здесь что можно посмотреть? Мерзкое место. Круто. Просто взяла и... Или взял. И обосрал мое кафе. Две звездочки поставил. Ну и хрен бы с ним. У меня уже средние 2,4. Это уже как бы это прогресс. Может, до трешки вырастет. Хотя на самом деле там столько было отрицательных отзывов, что мне кажется, вряд ли до четверки вырастет. Быстро, по крайней мере. 3000 есть. Покупаю комнату. Теперь у меня убираться гораздо больше, где есть. Да? Да. Вот здесь можно биткоин-ферму замутить. Да, кстати, убраться нужно на втором этаже. А вообще, по-хорошему, дворника нанять, этого уборщицу, и пусть она тут это подметает полы. Ну, типа, это столько времени занимает, и постоянно нужно в чистоте держать, а это взял и быстренько все сделал. $200. Мало, конечно. Мало и обидно, что так много... И обидно, что так много денег я потратил. Смотри просто как... Улетает. Да тут запах поддерживать надо просто постоянно распылять. Серьезно. Так. Что у нас с тобой? 30 минут. Да я вообще сам в шоке. 4 звезды. Хотелось бы, конечно, 5, но ладно. Я так не особо требовательный, поэтому пускай будет 4. 4 пусть будет. Там полчаса прошло, кстати. Тебе не кажется? А мне кажется. Мне кажется, и кажется, что нужно, да, спускаться уже, пожалуй. Гражданочка, нифига себе, у меня тут срачельник, сколько всего лежит. 120, 120, вообще денежище летит. Так, вот этот из вида не выпускаем, чудика. Он даже выглядит подозрительно. Во-во, $114 принял. Даже копеечку кинул, смотри-ка. Ну да, реально копеечку, доллар один положил. Но я не против, я, как говорю, я не требовательный, доллар лишним тоже не бывает. Положил и положил. Ему спасибо. Так. Что-то мусор. Мусор, один сплошной мусор. Давай наймем работника, который будет мне убирать помещение. У меня уже 1636. 2,5. Смотри-ка. 2,5. Ну, до троечки, я думаю, поднимется. Рейтинг мой. Сотрудники. Неплательщики. 3 дня $600. Абсолютный разрушитель грязи. Сдаем в аренду чудо-устройство нашего производства. Прокат. Все. Пускай убирается. Так, а ты куда поехал-то? Нифига себе, робот-пылесос какой умный. Смотри, по лестнице гоняет. Ладно, пускай моет. Потому что это дело, знаешь, не мое совсем. Да и сложно, это долго постоянно протирать и протирать, протирать и протирать. Еще от неплательщиков, знаешь, за этого защититься, нанять себе гражданин, который будет охранять меня, и будет вообще классно. Так, а вот тут что такое? Непонятно, зачем я сюда забрался? Разве что посмотреть на окраины. А хрен бы с ним, давай мы у тебя купим биткоин марнер. Графическая карта для майнинга, биткоин майнер. Положим это дело в... Вот сюда. БТК майнер, БТК майнер. Так, и я так понимаю, сюда нужно видеокарты класть. Давай. Положим в карман. И пойдем майнить. Майнить пойдем. Ну а что делать еще? У меня будет две... Здорово. Конец смены, что ли? А куда он идет, кстати? Где он живет? Грустная панда это. Я заскринить хочу просто. Мордаху эту грустную. Да, куда ты делась?
А, то есть это край, куда уходят все. И откуда приходят также все. Я понял, все, вопросов нет. Так, ребятки, что мы тут делаем? Не платим? Компьютерщик это ушел, да? Не, не ушел. Гляди-ка. До сих пор сидит. Пылесос пылесосит, все круто. Только что-то он как-то очень слабо пылесосит. Ну, на самом деле, он... Мусора столько уже вокруг, а он... Очень медленно это делает. Здесь вообще не протер ничего. Ты смотри, какой кошмар. Мне их два, что ли, надо покупать? Так... Кладем вот сюда. Угу. В случае буровой установки вставить видеокарту. Так и как? Какой код майнера? Ты чё вообще о чем? Подожди-ка, надо пойти к этому. Во-первых, не плательщика этого наказать. Потому что это не дело вообще, конечно. А где он? Не плательщик этот. Куда он ушел? Видать, у меня там был вор. Да, скорее всего, был вор, потому что, ну... Потому что... Ни над кем ничего не горело. Пойдем посмотрим, сколько у нас автоматов с тобой осталось. Потому что, ну блин, если автомат своровали, то не круто совсем. Нет, автомат все на месте, тогда... Ну да, скорее всего, компьютер что-то... Кто-то ушел, и я пропустил этот момент. Ну хрен с ним. Хрен с ним. Мне там что-то нужно... Что-то там нужно... Что-то там нужно... Подожди, где бита? До свидания. Так, нужно сгонять к этому майнеру, который продает эти все ерундовины, и чтобы мне объяснил, как это все работает. Ну, потому что купить я купил, а дальше ты что? Слышь? Тетя, как все работает-то вообще? Музыка-то, конечно, прикольная у тебя, но... может, на компьютере нужно что-то найти? Тетка просто неразговорчивая, она мне не хочет объяснить, как это работает. Ну, давай попробуем вот так. Сворачиваем все. Сворачиваю здесь все. Так, опять отзыв плохой. Ты гляди-ка. Так. Оплатил. Молодец, все, хорошо. И даже чаевые бросил. Вот это спасибо. В интернет захожу. Захожу в крипту. Портфолио. А как мне здесь вообще быть-то? Штраф. А, это электричество. А как мне быть с этими? Как его называют-то? А, вот майнер, вот она. Программа, необходимая для установки устройств майнера. Вот оно все. Все нашел. Все нашел. Еще как начнем с тобой деньги добывать. Ух, блядь. Ух, блядь, какой я буду сейчас богатый. Это, конечно, не точно, но... А вдруг... Где этот пылесос? Можно второй приобрести? Он что-то как-то очень мало убирается. Хотя... Хотя вообще есть, по сути, поду... А это нормально вообще? Что происходит со стеной? Угу. Ничего не понял, но очень интересно. А чё колонка в кондиционере установлена? Не знаешь? Я тоже не знаю. Угу. Майнер я установил. Дальше что? Вот он майнер. И... А можно скопировать? NSS-O8. NSS-08, короче, O8. Сейчас посмотрим, как это работает. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это вот. NSS-O8.
Все. Работающий. 7 киловатт в час. Ошалеть. Мне кажется, это много, нет? Мне кажется, это даже больше, чем много. Так что сложно, блин. Я не разбираюсь в этом во всем, поэтому пойдем сразу продавать биткоины. Есть у меня биткоины, нет биткоинов. Как отсюда выйти? Крипто. Сумма в собственности. Не понял, сколько я получил. Мне кажется, я очень мало получил. Утвердить. Так, а это за одну, это за один биткоин 37 тысяч, правильно? Правильно. Правильно, 37 036. Тут можно, короче, их покупать и продавать. Только мне это не нужно, я хочу их добывать и продавать. Так оно гораздо лучше будет и гораздо производительнее. Пойдем накупим еще видеокарт. Хотя... Видеокарты лучше или что? Или именно для битков вот эту вот хрень покупать? Майнеры. Давай купим его. Одну такую хрень куплю. И две вот такие вот, вот такие вот хрени куплю. Сейчас я вообще как, я как разойдусь, блядь, меня не остановишь. Я сейчас буду добывать всю. Просто добывать всю и продавать все. Так. Не надо меня обгонять. Дай денежку, дай. Я взял? Не взял. Ты смотри какой. Тихо, тихо, он со мной драться собрался. Ты какой хороший, а? Ой, ты какой. Тихо, графическую карту мою не засасывай. Она тебе ничего не сделала. Пойдем засунем вот это все дело вон туда. А, вставить видеокарту. А вот это тоже туда же вставляется? Нет. Ух, ёп, тут еще по отдельности каждая настраивается. Десять киловатт, 73. Блять, что-то как-то маловато. Или не маловато? Четырнадцать двести. А тут 10.75. Вообще невыгодная хрень какая-то, по-моему, получается. Гораздо выгоднее на видеокартах это делать. Ну, серьезно. Что такое? Непонятно какая-то история. Так, что у нас тут по деньгам? Много по деньгам. Смотри, как поперло. Продать все. 1690-1898. Ну, потихонечку-потихонечку денежка идет. Совсем потихонечку, но все же. А как все остальное добывать? Как оно вообще работает? Ладно, хрен с ним, пусть добывается. Мы с тобой на этом, наверное, прощаемся, потому что, ну, уже сколько времени-то? А сколько времени, кстати, да? 14.02. Да я думаю, надо закрывать. Так, а что там за плохие отзывы были? Из-за чего? Что я там кому плохого сделал-то? Дерьмо нюхать? В смысле? Опять что-то побрызгать нужно? Я просто не пойму, здесь каждый... Я же говорю, тут каждые 5 секунд нужно брызгать, по-моему. Смотрим, как ухудшается запах сразу. А я не виноват. Оно само. Так, а... А что произошло здесь? Ёлки-палки. Здесь еще и эти продаются. Хот-доги. Какая-то женщина с усами... По-моему,
Симпатичный на самом деле, но не прям. А можно тебя заскринить, женщина с усами? Блин, ты слишком низко, либо слишком высоко. Ну, вот, в принципе, вот так тоже пойдет. Не знаю зачем, но пусть будет. Так, там человек хотел в компьютер поиграть. А, не хотел. Ну и хрен с ним. Мы с тобой прощаемся. У нас с тобой 2930. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, обязательно пиши лайки. Увидимся в каких-нибудь других сериях, в каких-то других играх. И до встречи в скором времени. И всем пока.